Однажды в деревне Зеленый Луг животные восстали против власти людей. Животные на ферме устали от угнетения и плохого обращения со стороны людей. Их лидер, Г.Н. Цыпленок, поднял флаг восстания и собрал сельскохозяйственных животных. Они собирались тайно по ночам, скрываясь. Однажды вечером они тайно встретились на большой площади фермы. Мистер Цыпленок посоветовал другим животным объединиться, рассказав им о жестокости людей. Сначала у них был страх, но в сердцах животных росла солидарность и стремление к свободе. От мала до велика, от мохнатого до мохнатого все животные доверяли друг другу и решили бороться за свою свободу. По ночам они молча писали лозунги на стенах фермерского дома и пили гимны свапи элу насналс апатам тайнаф твасай ацашка шаватлуа на фарфа сапхала сатухав апатхала вастангай парфай цели спюла лест луэй власкет мастер цепленок твахусак фарфарска усангу вместе с отвахными цыплятами, которых он вел. Другие животные также своими группами нападали на поля, сараи и другие постройки. Однако борьба за свободу обернулась тяжелой войной. Люди оказали ожесточенное сопротивление домашнему скоту, чтобы вернуть себе утраченную власть. Со временем конфликт на ферме стал более сложным. Среди животных происходили предательства, появлялась ревность и жадность. В это непростое время лидерство Гена Цыпленка было непоколебимым. Он продолжал борьбу с людьми, но ему приходилось опасаться опасностей изнутри. Спустя долгое время животные на ферме обрели свободу. Однако им пришлось сообща сохранить обретенную свободу и установить справедливый порядок на ферме. Эта сказка была незабываемой историей о стремлении к солидарности, свободе и справедливости –